Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы посмотреть на результат зарастания пеньков рейши. 1 мая мы их посадили, и сейчас мне самому интересно, что здесь и как. Как же они заросли? О, даже приклеился пакет. Как видим, зарост очень хороший, даже вот пошел мицелий вниз. Это под диск. Срезали бензопилой с одной стороны, с второй стороны. И жменьку мицелия под торец. Вот как растет в пакете на балконе. Сегодня 14 мая, а 1 мы делали посадку. За 13 дней вот так вот заросли пеньки. Сейчас следующий посмотрим. Вот, здесь было заклеено пластилином. Так, пошли какие-то странные здесь вот. А, калиус это. Это калиус. Дерево хочет жить. Стал образовываться калиус. Вот с этой стороны тоже. Зарастание здесь. Так, дальше что тут у нас, посмотрим. Да, как видим, вот под корой образуется калиус, то есть дерево пытается выжить и хочет образовывать корни, но естественно гриб ему не даст это сделать. Вот как разрастается вот снизу. Полностью как хорошо вырастается рейши. Так. И дальше смотрим. Здесь и здесь у нас. Ага, здесь мы запилы до середины забивали, а здесь просто опилками я закупоривал, но все равно растет. Не заклеил. Вот здесь то же самое. Красиво очень. Хорошо зарастает. Калиус вот образовывается. Свежеспиленная древесина. Рейши, то есть, спокойненько ее поглощает. Так. А вот этот пенек у нас тоже подспил и заклеивали спил мы скотчем. Вот как хорошо, вот он пропил этот, хорошо вылазит. Вот. О, даже расти начал. Вот молодые веточки, но конечно уже он не выживет пенек этот, потому что мицелий делает свое дело. Вот так вот. Агрессивный мицелий рейши. Все, спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, задавайте под видео. Все, ставим палец вверх и подписываемся на канал. Пока-пока.